Приморье празднует День среднего профессионального образования. За 3 года существования Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края профобразование в Приморском крае получило существенное развитие. Профессиональное образование сегодня – это основа развития нашего государства, потому что российская экономика все больше адаптируется к работе в условиях санкций. Это значит, что стране требуется активнее развивать собственное производство. Мы все это видим, мы все понимаем. И сейчас пытаемся готовить специалистов, не тех, которые раньше выпускались, и они шли куда хотели, а именно под нужды экономики региона. И нам это удается. Мы работаем в связке с работодателями и готовим специалистов на создаваемые высокотехнологичные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Вице-губернатор вручила благодарственные письма директорам колледжей, а также руководителям центров среднего образования. Действительно, коллеги, 13 кластеров в Приморском крае из 36 или 7 на весь Дальний Восток, на 11 субъектов. Это 40% всех кластеров, они именно в Приморском крае. Мы можем гордиться за наш регион. За отрасли, без работодателей мы ничего бы не смогли достичь. Главным условием является участие их. Главной задачей профессионального образования является подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на рынке труда. В Приморье сегодня насчитывается более 60 образовательных организаций, в которых обучается около 50 тысяч студентов, работает 1700 преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональная подготовка ведется почти по 100 профессиям и специальностям. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.